Всем привет, с вами Мистер, и не забывайте подписываться на канал. Ученые готовы поставить целью рождения первого человека в космосе. Российские ученые готовы поставить целью первым провести эксперимент по рождению ребенка в космосе. Надежда на успех в этом дает приоритет во многих направлениях космической медицины. Об этом в интервью РИА Новости рассказала заведующая лабораторией биофизики клетки Института медико-биологических проблем РАН Ирина Огнева. Мы помним о том, что мы всегда были первыми в космосе и во многом до сих пор остаемся первыми, поэтому хотелось бы, чтобы первый человек, который родится в космосе, был гражданином России. Но во главу угла мы должны ставить не патриотический популизм, а заботу о человеке. Главное не факт того, что он родился, а чтобы он родился здоровым. И в этом смысле мы, безусловно, конкурентоспособны, поскольку нам принадлежит приоритет во многих исследованиях, сказала Огнева. Вероятно, такую конкретную задачу ставить рано, но как цель сформулировать его можно, добавила она. В то же время, по ее словам, пока задачу провести подобный опыт в космосе никто не ставил, в том числе по этическим принципам. С научной точки зрения, граждане любого млекопитающего в космосе, это задача, которую можно решить. С морально-этической точки зрения, это эксперимент, и в такой формулировке эксперимент с эмбрионами человека, отметила ученый. Она также затруднилась оценить, сколько времени потребуется на подготовку эксперимента по размножению человека в космосе.